Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в мир My Singing Monsters, мои поющие монстры. Решил попробовать я поиграть в эту игру, что это вообще такое? Разводи их, предлагается обманывать монстров, разводи их вообще, как этих самых, да? Корми их, слушай, как они поют, первонаперво убедись, что звук на устройстве включен. Да включен звук, нормально все. Каждый монстр, которого ты получаешь, дополняет общую песню. Начнем с барабамня. Купи яйцо барабамня. Давайте попробуем. Че не купить яйцо барабамня, в принципе. Я считаю, в любой непонятной ситуации покупай яйцо барабамня. Нормальная тема. Так, 300 монет. Ничего себе, однако. Так, барабамни, по сути, музыкальные камни. Их незамысловатый ритм — это эхо пульса самой земли острова. Вибрации рокота заставляют монстров качать головами в такт. Ну слушайте, это полезная штука. В общем, вот есть такая игра, она уже в принципе не новенькая. В нее уже много кто играл. Я ее решил попробовать. Я, естественно, не гарантирую, что я буду проходить до конца. Мне кажется, вряд ли ее вообще, я не уверен, что можно пройти. Я там что-то узелел и видел. У нее, по-моему, уже где-то так 150-200 миллионов видосов уже вышло. И все, никак игра не проходится. Поэтому яйца монстров выращивают в инкубаторе. Когда яйцо расколется, монстр вылупится и будет готов к размещению. Размести монстра. Получился барабамень. Что ты хочешь с ним делать? Что есть варианты, что с ним делать? Ну, давай разместить так, давай разместить так. И мы его можем куда-то вот куда угодно поставить. Ну, а чё выдумывать? А чё выдумывать? Давайте вот так вот его, в принципе-то, и поставим. Все, задание выполнено. Награда ждет. Давай заберем. А, вы, кстати, не забывайте, лайки-то ставьте, комментарии пишите, подписочку оформляйте, все дела, если вам нравится видео. Так, размести барабамня. Собрать. Я не... А что значит собрать? Переименуй барабамня. А зачем его переименовывать? Он, в принципе, нам... Выполнение заданий помогает перейти на следующий уровень, разблокировать новых монстров. Давайте попробуем выполнить. Дай барабамню новое имя. А, все-таки надо это сделать, да? Все-таки надо его. Инфо. Так, хорошо, все, сейчас, сейчас. Вилма! Вилма, это, конечно, интересно. Так, давай-ка его это... Прозвище мод. А что не пишется? Бубочка! Бубочка! Замечательный барабамень по имени Бубочка. Закрыть. Почему бы, собственно, и нет? Так. Забери свою награду. Смотрите, назвал человека барабамня Бубочкой и дали награду. Все задания на данный момент я выполнил. Нажми пальцем земли, чтобы... Мамонт! Ух ты! Так, этого чувака я видел. Вот этого мамонта я видел и на превьюшках, и в интернете, и везде вообще эту морду. Ну-ка давай. Где ты там, родной? Так, монстры, мамонт. Роскошный мех мамонтов надежно предохраняет этих элементалей холода от... Холода! Правда, их сильно беспокоят колтуны. Мамонты поют зычные гимны метелям и морозным узором на окнах. Уборкой снега не занимаются. А что это они не занимаются? Обленился, что ли, совсем? Вот такими-то ногами только снег убирать, раскидывать туда-сюда. Чтобы вылупиться, некоторым монстрам нужно больше времени. Давай бриллиант используем, чтобы ускорить вылупление. А бриллианты, конечно же, надо покупать за деньги, наверное, да? Я прям чувствую. Время инкубации почти 2 минуты. За бриллианты один, можно завершить. Ну, давай и завершим. Все, готово. Получился монстр-мамонт. Что ты хочешь с ним сделать, опять-таки? Да прям рядом пусть стоит. Что выдумывать? Вот, отлично, все, встали. Так, давай забираем, наверное, награду, да? Маленькая пекарня? Серьезно? Удивительно, что не консольная. Ну хорошо, давай. Ух ты, пекарня. Давай построим себе такую, ведь кормление монстров увеличивает их уровень и количество монет. А если не кормить, они помрут? Мне просто интересно. Не, ну идея игры хорошая, конечно. Придумать такое еще надо было умудриться. Чтобы с музыкой как-то все это замутить, знаете. Так, ну хорошо, давай попробуем построим маленькую пекарню, а чё? Здание. Так, поехали. 100 монет, не так уж и дорого. В этой милой маленькой пекарне можно испечь вкусняшки, пирожные, печенье, хлеб. Улучши пекарню, чтобы расширить меню. Я бы себе бы сейчас сюда испек бы такое дело, на самом деле бы построил. Было бы неплохо. Так, ну чё, поехали, готовы жрать? Это самое, жрать готовы, товарищи? Товарищи, давайте, давай, наверное, здание мы как-то где-то будем по отдельности строить, ставить. Ну вот здесь, например, да? А теперь, когда пекарня, мы можем испечь нашим монстрам печенье. Давай, так, печь. Так, печенье. Печь лакомство за 250 монет. Да нифига себе, слушайте, пекари там это жируют. 250 монет. По-моему, этот чувак меньше стоил, нет? Или около того. Нормальный там пекаря, короче, фигачат там. Офигительные себе гонорары. Ускорить. За бриллианты, конечно же. Ну, да. Все, все, быстрое, мгновенное печенье. Теперь мы можем его брать. Накорми монстров! Чтобы они перешли, разблокировали способ. Ну-ка давай. Так.
Это я накормил? Откорми бараба мне до второго уровня. Подожди, подожди. А, вот так, да? Хоп. 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 Слушайте, а я успею? А, да, каждый день ты получаешь приз за вход. Заходи в игру ежедневно, не пропускай дни, чтобы получать все более и более ценные призы. Эти маленькие бонусы помогут быстрее развиваться. Поздравляем, у тебя впереди веселый путь, формируй свой собственный мир монстра. Давай соберем награды за задание и посмотрим, что, собственно, делать дальше. Нифига я тут, ох, я тут понаделал. Ну все, понабирал, понабирал. Так, крещендо луны Карельон, сезонные события, доступен для не 9. Что? Получить? Что получить? Давай получим. Получи. Сейчас, сейчас как получим, я чувствую, какие-то там карельоны. Редкий пализатор. Пализатор. Барабамень, мам. Можем покупать дальше. Давайте покупать пализатора. Хотя пализаторы и кажутся мягкими и податливыми, эти железоподобные водные элементали очень крепкие. Они поют о жидких чудесах, левиафанах из глубин, шуме прибоя, подтопленных подвалах и пенистых смузи. А, так это я понял, это такой бубульчатый хипстер, да? Понятно, понятно. Так, ну все, давай купить, значит. Значит, купить. И значит, мы сейчас тебя накормим, наверное, пализатор печеньем, да? Крещендо луны начался на принимающем острове святилище магии. Добавь остров в свою коллекцию, чтобы начать. Чего? Кого? Так, ускорить я, наверное, ничего не могу, потому что это самое, да? Так, вы пока, ребята, давайте там... Пам! Па-пам! Давай-давай! Пам! Пар-па-пам! Отлично, отлично, да, все, замечательно, замечательно поете, но нам не хватает. Нам не хватает немножечко, совсем чуть-чуть слегонца, понимаете, дополнительного... Друзья? Какие друзья? А в данный момент у тебя нет друзей. А, в реальности, что ли? Господи, я думал, сейчас этим, типа, купим друзей. Скидка... Как, на что? Скидка у нас тут, подожди. Есть скидка на... Монстры скидка. Ну-ка, ну-ка, смотри, монстры по скидке сейчас поедут. Можно еще покупать, да, таких чуваков? То есть я могу купить еще одного мамонта, например. Он там будет вылупляться, да? Итак, чисто по приколу. И будет два голоса, да? Остров растений, так, видите, можно... Ну давай еще купить. В инкубаторе уже есть яйцо. Ясно. Подожди, а можно ли покупать еще инкубатор? Давай, давай тогда таким вопросом зададимся. Может быть, можно купить еще один инкубатор, и тогда можно будет быстрее. Сруби маленькое дерево, купи, размести пализатора. Докорми двух разных монстров на острове растений до 4 уровня. Вот мои задания, понятно? Мне надо кормить. А это значит, что мне надо печеньки, печеньки, да? Так, ну-ка давай-ка. Давай еще вот тебя вот кормить, короче. Хоп, смотри. Раз, два, три. О, шикардос. Сейчас, кстати говоря, этот уже будет готов, да? Получился разместить. Так, разместить. Давай сюда тебя вставим. Ты у нас главный вокалист великий. Так, где ты у нас здесь? Сейчас будем тебя подкармливать, дружище. Хопа. А? Ай, какая прелесть. А? Ай, душа. Прям в пляс идет. Дуа. Дуа. Ой, как прекрасно, да. Хорошо, хорошо, пацаны. Нормально фигачите. Нормально фигачите. Какие там Битлз? Битлз отдыхают просто, на самом деле. Так, подождите. Двух разных монстров. До четвертого. До четвертого! Что ж я туплю-то? Боже, мне еще кормить и кормить. Давай, печенье. Печь. Печь хочу. Хочу печь. Пирожное, печенье, хлеб. Нифига хлеб. Нифига хлебушек. Вот это да. Не, давайте мы пока, наверное, печенье будем делать. 5 минут, серьезно. А что так долго? Что ты хочешь? А, смотри, он бабки зарабатывает. Это уличные музыканты. Тут мимо проходят какие-то чуваки, которые им кидают бабло в шляпу, да? Мы просто этого не видим, наверное, да? Так, у меня есть, кстати говоря, эти кристаллы еще, 13 монет. Блин, ну слушайте, ну это долго. Мы можем это дело ускорить? Ускорить. Давай ускорим. Давай ускорим. За один бриллиант можно это дело... Да, да. Лучше так сделать. На полном серьезе. Давай, наверное, еще печь. Так, еще за один потом бриллиант, да? Еще потом за один бриллиант ускорю. Ускорить. Немедленно. Все, взял еще печенье. О! Ламп. Парабан, огненный куст, усыпанная листьями дорожка и стоптанная дорожка. А красная ковровая дорожка тут есть, а то у нас такие звезды стоят. Про эту игру тебе рассказал друг? Тогда введи код приглашения. После одобрения запроса вы получите... Да, этого друга зовут Интернет. Он мне про эту игру рассказал. Привязка аккаунта к электронной почте сохранит...
Подожди, давай, давайте мы не будем сейчас вот эти все. Так, это. Жрать надо, дружище. Так, давай. Второй, сейчас. Блин, пипец просто, да сколько ж можно-то? Ну давай еще печь, давай. Давай, давай. Не, пирожные дешевые, пирожные дешевые, это долго будет, да, это будет долго. Так, мы еще ускоряем, да, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все это наклацали. И по-любому же надо, печь, давай, печь, еще печенье, хочу больше печенья. Нас вообще не беспокоит здоровый образ жизни, тут мы монстры такие, да, мы монстры упрямые. Хотим жрать, значит хотим, да. Так, давай, раз, два, три, четыре. Тебе не хватает лакомств. Больше лакомств прямо сейчас? Не понял. Это прошло, это мне что сейчас? Хочешь убрать рекламу, купи любой набор валюты. Ну, может быть, когда-то до этого и дойдет, я не знаю. Пока я, наверное, поэтому. Слушай, ребятки, вообще, конечно. Бабла там наваривают, я чувствую, на этих монстрах. Там это самое. Там по-любому вообще красота в этом отношении. Так, ну чё? Ты у меня какой уровень? 3, да? Тебе надо еще один раз. Ну как не хватает? А, реально не хватает, слушай, действительно не хватает. Ну давай еще раз испечем печенье, пожалуйста. Что? А, у меня же и монет-то не хватает, господи, все, нищета. Задания еще какие-то есть, может есть попроще задания? Купи огненный куст и посади его рядом с барабаном. 250 монет, смотрите. Вот это я, в принципе, могу сделать. Улучши дворец, ничего себе. Но огненный куст, мне кажется, лучше купить. Где у нас покупание? Покупание где происходит? В магазине, да? Потому что украшение, огненный куст, я понятия не имею. Огненный куст, да, смотрите, 100 монет всего стоит, купить. Вот это вообще не проблема, слушайте. Вот это мы быстрее сделаем, чем дадим им нажраться в том 74 уровне. Рядом с барабамнем, да? Ну, вот это вот получается вот так. Во, смотри. Надо разместить монстра рядом с чем-то, что приносит ему радость, и это повысит уровень его счастья. Счастливые монстры производят монеты быстрее. На вкладке радости, в меню информации. А чем тебя радует вот эта фигня? Ты что, под него пиписишь там или что? Ну смотри, пацаны мне деньги-то приносят. Деньги-то приносят нормальные, так. Че, какие еще задания есть? Чем еще заняться? Это собрать. Собрать, смотрите, собираем, так. Сруби маленькое дерево, 150 на 200. Так, подожди, а это как делать? Маленькое дерево, удалите, смотри-ка. Вот как. Ну это мы ускорять не будем, в принципе, я думаю, что 15 секунд подождем. Это делается для того, чтобы я расчищал, как бы, путь, да? Срубляя. Ну вы поняли, короче. И таким образом, я могу ставить больше монстров, ставить больше всяких вот этих вот кустов, куда они пиписить ходят, и так далее. Опыт в том же самом, собственно, случае зарабатывать, и так далее. Кстати говоря, могу тоже собрать тут еще денежку. Вторая маленькая пекарня мне предлагают построить. Не, ну в принципе, как вариант, вы жрать-то любите, ребят. Отражающийся бассейн, шнур, пузыристая дорожка, средний камень, большой. Ой, понеслась. Ой, я понеслась оттуда всего. Так, ну хорошо, поехали, значит, в магазин, смотрите, карта появляется и коллекция. То есть добавляются еще какие-то новые эти самые. Маленькая пекарня еще одна, давай покупаем, значит. Подгружаем эту красоту. И сейчас поставим ее, чтобы вот эти все пасти, вот эти прожорливые, чтобы они пели более весело, да? Нажрамшись и пели более весело. Так, поехали. Значит, печь, я считаю. Печенье. Блин, ну, давай пирожные, хорошо. Давай пирожные испечем здесь. И, например, здесь. Здесь тоже пирожные. Хоба. Так. Можно еще вот срубить, в принципе, деревьев нарубить. Можно большое дерево, кстати, срубить. Среднее дерево, смотри, удалить. Хочешь получить монет? Да! А, так это не бесплатно, я прошу прощения. То есть, пойти и срубить дерево, это не бесплатно. Мне на это не хватает монет. Я должен заплатить кому-то монет, чтобы пойти и поработать. И срубить дерево. То есть, вот это что? Это цена минус 100? Это цена... Я думал, это плюс 100 опыта. А это, походу, цена, да? Вот сейчас он мне скажет, не хватает монет. Офигенно. Вот это я классный садовник. Я должен сам себе заплатить, чтобы что-то сделать. А если я сам себе не заплатил, то я ничего сделать не могу. Ты будешь жрать, наконец-то. Уже когда 4-й уровень-то? Все, смотри, докормили. Давай тебя теперь, дружище. Тебя, конечно, мы... Ой-ой-ой. Слушайте, а здесь... Да здесь быстрее накапливается это дело при помощи...
Можно было всегда покупать эти самые пирожные. Они дешевые, они тоже нормально накапливают уровень. Лучший дворец, сруби два маленьких дерева. Докорми, сейчас докормлю. 500 монет мне за это дадут, ребят. Вот это... Так, подожди, а что еще? Еще два маленьких дерева, да, и улучши дворец. Что такое дворец, я прошу прощения? У меня тут где-то дворец, да? А, это вот это. Ну-ка, и как его улучшить? Минус 500. А так я это как раз сделаю. Короче, смотрите, я сейчас кормлю вот этого говнюка. Он у нас становится четвертым уровнем. Мне дают 500 монет, я на 500 монет улучшаю дворец. И вообще, я в шоколаде. О, остров композитора. Лягашка! Я разблокировал лягашку, леди и джентльмены. Слушайте, посмотрите, сколько монстров пошло, интересно. Студия звукозаписи. Дикая волынка. Бинго-банго-бонгос, боже. Сколько всего там. Ребята, с этой игры я сойду с ума, я чувствую. Тут столько всего есть. Помощь какая-то. Смотри, питомник, скрещивание, Еще и таким можно заниматься. Скрести двух монстров четвертого уровня с разными элементами, чтобы создать новый вид. Зайди в меню помощь питомника, чтобы посмотреть полное руководство по скрещиванию. Так, питомник разблокирован. Научишься скрещивать монстров. Вау, так, ну хорошо, я запомнил, вот здесь эта штука находится. Мы пока отойдем, у меня еще как бы монстр-то не стал третьим уровнем, понимаете? Ему еще до этого. Видите, тут как, короче, надо больше, блин, этих штук. Ему надо больше этих штук. Тут с ним особо не на это самое, не наживешься, да, вот этими пирожниками. То есть, мы можем вот так вот поднять, и это совсем чуть-чуть, и не хватает, понимаете? Поэтому мне нужны деньги. Мне нужно сейчас собирать за задание там вот собрать, да? Ого! Так, а это за что я, подождите, 750 монет получил? Открой остров композитора. 6000. А открыть его как, я извиняюсь? Как это открой? Карта, ну-ка, давай карта. Остров растений. Остров холода. Остров воды, земли, убежище. Нифига себе. Ничего себе! Остров эфира. Прямого эфира, да? Остров вублинов. Остров племен. Остров композитора, ну-ка, перейти. Новая песня, выбери остров. Ну-ка, давайте. Так, мне сейчас 6000 монет дадут. Остров композитора. Добро пожаловать. Тут ты можешь накинуть на себя мантию дрессировщика монстров и обучить их новым песням. Давай мы тебе покажем. А давай мы мне покажем. Так, только сейчас я. Собрать. Только вот собрать, да, 6000 монет. А потом давай покажем. Мы довольны. Так, и чё? И чё покажем? Я извиняюсь. Песня композитора. Назови свою песню. Песня! Я считаю, великолепное название для песни. Песня, да, собственно. И что? И что я должен делать? Что вы мне тут собираетесь показывать? Выключить звук, сочинять. А, сочинять. Ну-ка давай, чё тут за сочинять? Нажми в любом месте нотной линейки, удалить её. Официально нажми кнопку помощь, музыкальной партии. То есть я могу сам выдумывать музыку, да? Ну-ка давай. Смотрите-ка, а? Я вообще наугад что-то натыкал, но здесь уже так все продумано, что в принципе я так понимаю, несмотря на это, музыка идет, а здесь можно вот так вот сделать. Так, ну-ка, просто сейчас. Вот это сейчас будет великая мелодия. Что я вам могу сказать, ребят? Сейчас вы просто все обалдеете, да? Какие там полы, Маккартни там какие-то. Не-не-не, это все не то. Все, Моргенштерн, отдыхай. Я пришел в шоу-биз. В шоу-биз делать вещи, я пришел. Йоу. Ба-ба-бам, ба-ба-ба-ба-бам, бам-бам-бам, ба-ба-бам, ба-бам. Какое говно. Нет, мы это не будем сохранять. Как это сохранено? Мой позор таки сохранили. Ну ладно. Хорошо, окей, я все понял. Новый монстр, редкая змеица. Доступно на уровне получить. Недоступен. Ясно, понятно. Кто бы сомневался. Так, давай, где там этот? Это ж мне сюда. Я же там уже начал, правильно? На острове растений. Поэтому мы сейчас здесь... Здесь вы, пацаны, да? Да-да-да, о, уже, смотрите, денежку мне уже приготовили. Ой, нормально, сейчас мы этот, короче, испечем. Да, раз уж мы празднуем, давай хлеб испечем. Здесь один хлеб испечем.
А здесь, короче, второй хлеб испечем. Два хлеба испечем. Плюс ко всему возьмем еще и улучшим вот эту красоту. Тут надо было же улучшить, да, правильно? Вот улучшить, пожалуйста. Все, оно понеслась, понеслась, пусть оно улучшается. Собираем бабло, да, кстати говоря, потому что мне за это должны, я хорошо помню. Мне за это должны, но, видимо, еще не считается, да? Видимо, еще не считается. Размести, говорит, утколоса, да? Утколоса, в смысле. Сейчас посмотрим, что там за утколос. Так, редкий устолос, я прошу прощения. Надо устолоса разместить. Лягашка, ударник, устолос, вот он. Вот это, да, красавчик? Безглазый устолос. Совершенное сочетание. Чего-чего сочетание? Че он там сочетает? Холодной воды. Густой мех представляет собой большой рецептор и защищает жидкое тело от переохлаждения. Горластый и языкастый, представляете? Так, ну че, поехали, значит. Где ты там, говнюк? Устолосович. Устолос говнюкович. Где вы там, товарищ? Мне зачем-то открыли тут опять донатную вот эту всю тему. Не понял? Я хочу разместить устолоса. У меня денег на него не хватает? Да не может быть, у меня полно денег. Что это такое вообще? Что-то устолос не разместился. Так, ты это, подожди. Как у меня... Сколько? О, нет, тут мы, конечно, ускорим, ребята. Тут мы, конечно, ускорим здесь раз, и здесь мы ускорим два, да? И давай, хлеб раз, хлеб два. Так, сейчас, смотри. О, вот это я понял. Хлебом можно нормально нажраться тут, да? Так, ну-ка давай. Уровень 3, уровень 4. Теперь у тебя есть два монстра 4 уровня. Давай я научу тебя выводить гибридных монстров. Что ты мне предлагаешь? Вывести. Так, хорошо. Меню скрещивания содержит всю информацию. Полизатор. Так, уровень монстра нажми, чтобы продолжить. Да, понял я. Элементы монстра. Да, да, да. Нажми на первого монстра. Нажми на второго монстра. Мы сейчас, честно, знаете, что будет сейчас, да? Это что сейчас? Давай скрестим их, а может не надо, а? Что за ужас вообще? Скрещивание началось. Использую бриллиант. Да, да, да. За один бриллиант хочу. Блин, бриллиант кончается. Поздравляем с первым монстром, теперь он готов к инкубации. У тебя получается устолос. А, во как. Так я его мог лучше купить, может нет? Ну давай ускорить, давай сразу ускорим чего. И собрать. Гиганты просыпаются. Играй каждый день, чтобы забрать гигантскую загадку, получить награду. Поразительный сюрприз ждет. Меня ждет поразительный сюрприз, ребят. Да у меня уже он поразительный сюрприз. Мы с вами скрестили двух монстров. Каким ужасом занимаемся вообще? Там поразительный сюрприз был, что они там это самое. Ну да ладно, не будем. Не будем о грустном. Так, все, давай, короче, закрыть. Я могу вас, пожалуйста, открыть. Па-па-па-па-па-па-пау! Устолос природный. Да он 30 монет стоил. Почему его купить нельзя было? Остров растений. Так, обычные, редкие, эпические, сезонные костюмы. Так, ну, я вообще не знаю, как разумнее в этой игре один остров зачищать или по всем сразу идти параллельно. Понятия не имею. Ну, разместить его, конечно, надо. Надо послушать, что он там. Что ты там поешь, устолосик родной? Давай вот, вот тебя, вот, вот сюда. Ну-ка давай, фигач, устолос, фигач. Устолос! Класс, слушайте, класс. Мне нравится. Отлично поют. Не, ну пацаны вообще, ребята, пацаны молодцы, конечно. Ну на этом мы завершаем. Вот сюда вот переходите, пожалуйста, кликайте, смотрите видосик, да. Такие вот были поющие монстры, такая вот была игруха. Было, в принципе, интересно, весело, забавно. Может продолжим, может нет, посмотрим по вашей реакции. Чисто так поугарать, повеселиться, зашел, вот в принципе. Думаю, вам тоже было прикольно. Всем счастливо, удачи и пока, увидимся вот там.